Вас приветствует Алена Ариес. Счастье случится внезапно. Какое счастье и когда? Да, любопытно вам, да? Любопытно вам, когда же счастье ваше случится внезапно. Точно случится. И приведет вас к этому счастью именно любопытство. Так что будьте любопытными. Встреча. Очень приятная встреча с кем-то из прошлого. Здесь друзья, подруги, знакомые из прошлого. Встреча очень приятная. Пока не могу сказать, с кем конкретно. Да, вот из прошлого. Я думаю, здесь не один человек даже из прошлого. Учитывая, что здесь какое-то мероприятие. Но это не похоже на чей-то юбилей. Здесь больше какое-то мероприятие может быть. Городское там или какой-то организации, вот, и вы там встретите очень много знакомых людей из прошлого, причем очень, все встречи очень приятные, но там будут и мужчины, и женщины, и собственно все в ваших руках, как эта встреча для вас пройдет, как пройдут эти встречи, встречи вот со старыми знакомыми. Вот, ну вообще это принесет вам, скорее всего, трансформацию. То есть изменения в вашей жизни к лучшему. Довольство, девочки, к лучшему. Поэтому счастье случится внезапно. То есть получается, вы-то сами того не ожидая, попадете на какое-то мероприятие, где встретите много старых знакомых, которые вам что-то подскажут, предложат, и что изменит вашу жизнь прям вот значительно к лучшему. То есть довольство какое-то, перемены, обновление жизни, улучшение жизни. Вот такое счастье к вам ворвется внезапно. Для детального рассмотрения конкретно вашей личной ситуации пишите на Viber, WhatsApp, Telegram по этому номеру. А внизу ссылочка на супер обучение искусству Таро. Абсолютно бесплатно. Регистрируйтесь, пока есть свободные места.